По репутации Боинга мечты нанесен новый удар. Лайнер японских авиалиний, летевший рейсом из Москвы в Токио, был возвращен в российскую столицу из-за очередной поломки. В самолете сломали 6 из 7 туалетов. Причиной стали неполадки в электропроводке лайнера. Из-за нее же бортпроводники не смогли разогреть и обеды для пассажиров. Диспетчеры посчитали, что даже если накормить 300 пассажиров холодной едой, то, имея только один туалет в распоряжении, до Японии они не долетят. И это уже второе происшествие с дримлайнером за последние дни. Боинг 787, который направлялся в Токио из американского Сан-Диего, тоже был возвращен обратно. У него отказала система, ликвидирующая обледенение крыльев и фюзеляжа. Эксперты полагают, что в попытке обойти конкурентов концерн Боинг ввел в эксплуатацию пусть и передовой, но недоработанный авиалайнер.